Кажется, Виктория, первый подход. Подъем защита. Для второго подхода Каргальцева Виктория заявляет 24 килограмма. Установить 24. Номер 2 Каргальцева Виктория. Второй подход. Подход неудачный. Больше спортсменов на этот вес нет. Каргальцева Виктория пойдет третий подход. У спортсмена есть 2 минуты на подготовку. Каргальцева Виктория, третий подход. Подход удачный. Каргальцева Виктория закончила выступление в толчке с результатом 24 килограмма. В сумме двоеборья набрала 44 килограмма. Установите 25. Номер 6. Рыжова Ольга. Первый подход. Подход защита. Рыжова Ольга заявляет 30 килограмм для второго подхода. Номер 11. Гладкова Виктория. Второй подход.
Подъем защита. Гладкова Виктория заявляет 29 килограмм для третьего подхода. Установите 28. Принята перезаявка. Номер один Ткачук Софья заявила 32 килограмма для первого подхода. Номер 10 Куприкова Ксения, первый подход. Подъем защита. Куприкова Ксения заявляет 31 килограмм для второго подхода. Номер 15. Перевознюк Агния. Первый подход. Подъем не засчитан. У перевозник Агнии есть 2 минуты на подготовку. Перевозник Агния. Второй подход. Ручки прямые, прямые. Молодец. Парочку повыше. Подход неудачный. У спортсменки есть еще один подход. Перевозник Агния. Третий подход. Торопись, прямые ручки. Бородочек повыше, за уши. Подход неудачный. Перевозник Агния закончил свое выступление в толчке с первым результатом. В сумме двоебойной набрала 0. Установите 29. Гладкова Виктория. Третий подход. Гладкова Виктория закончила свое выступление с результатом 29 килограммов в толчке. В сумме двоеборья набрала 51 килограмм. Установите 30. Вес установлен. Номер 5. Хохлова Мария. Второй подход. Хохлова Мария заявляет 33 килограмма для третьего подхода. Номер 6. Рыжова Ольга. Второй подход. Подъем удачный. Рыжова Ольга заявляет 32 килограмма для третьего подхода. Установите 31. Номер 10. Купрякова Ксения. Второй подход.
подъем защитам. Куприкова Ксения заявляет 34 для третьего подхода. Установите 32. К этому весу первый подойдет. Ткачук, 45, номер один. Номер 18, Водянова Алена, готовится. Номер один, Ткачук, Софья. Первый подход. Подход за счетом. Защита. Качок Софьи заявляет 34 для второго подхода. Номер 18. Водянова Алена. Первый подход. Номер 6. Рыжова Ольга готовится. Подход удачный. Водянова заявляет для второго 30, подхода 35 килограмм. Номер 6. Рыжова Ольга. Третий подход. Рыжова Ольга завершила свое выступление в толчке с результатом 32 килограмма. И Софья Григорьева набрала 58 килограмм. Установите 33. Вес установлен. Номер 3. Болкунова Олеся. Первый подход. Подход удачный. Болкунова Олеся заявляет 35 килограмм до второго подхода. Номер 6. Хохлова Мария. Третий подход. Подход удачный. Хохлова Мария завершила выступление в толчке с результатом 33 килограмма и в сумме двоеборья набрала 58 килограмм. Установите 34. К этому весу первая подойдет номер один Ткачук Софья. За ней номер 10 Куприкова Ксения готовится. Вес установлен. Номер один Ткачук Софья, второй подход. Thank you.
Ткачук Софья заявляет для третьего подхода 36 килограмм. Номер 10. Купрякова Ксения. Третий подход. Ксения закончила выступление в толчке с результатом 34 килограмма и в сумме двоеборья набрала 61 килограмм. 35 на штангу. К этому весу первой подойдет номер 8 Муравьева. За ней 18-й номер Водянова Алена готовится. Вес установлен. Номер 8. Муравьева Анна. Первый подход. Муравьева Анна заявляет 38 килограмм для второго подхода. Номер 18. Водянова Алена. Второй подход. Номер 3. Балкунова Олеся готовится. Водянова Алена заявляет 37 килограмм для третьего подхода. Номер 3. Полкунова Олеся. Второй подход. Балкунова заявляет 37 килограмм для третьего подхода. Установите 36. К этому весу подойдет номер 1 Ткачук Софья. Вес установлен. Номер 4. Антонова Ева. Первый подход.
Подъем удачный. Антонова Ева заявляет 39 килограммов для второго подхода. Номер 18. Водянова Алена. Третий подход. Принята перезаявка. Номер 3. Балкунова Олеся перезаявляет на 39 килограмм. Засчитан. Муравьева заявляет 41 килограмм для третьего подхода. Установите 39. Номер 4. Антонова Ева. Второй подход. Антонова Ева. Третий подход. Антонова Ева перезаявляет на 40 килограмм. Третий подход. Установите 40. Вес установлен. Номер 7. Прокопенко Светлана. Первый подход. Номер 9. Полянова Юлия готовится.
Подъем защиты. Прокопенко Светлана заявляет 43 килограмма при втором подхода. Номер 9. Полянова Юлия, первый подход. Подъем защиты. Полянова Юлия заявляет 43 килограмма для второго подхода. Номер 12. Чурикова Виктория. Первый подход. Подъем удачный. Чурикова Виктория заявляет 42 килограмма для второго подхода. Номер 14. Балкунова Юлия. Первый подход. Подъем удачный. Балкунова Юлия заявляет 43 килограмма для второго подхода. Номер 4. Антонова Ева. Третий подход. Подъем удачный. Антонова Ева завершила свое выступление в толчке с результатом 40 килограмм и набрала в сумме двоеборья 70 килограмм. Принята перезаявка. Номер 12 для второго подхода заявляет 43 килограмма. Установите 41. Вес установлен. Номер 8. Буравьева Анна. Третий подход. Подход защиты. Муравьева Анна закончила свое выступление в толчке с результатом 41 килограмм. И в сумме боевой набрала 38 килограмм.
И в сумме двоеборья набрала 64 килограмма. 42 килограмма на штангу. Соколова Виктория. Первый подход. Подъем защиты. Соколова Виктория заявляет 45 килограмм для второго подхода. Установите 43. Вес установлен. Номер 7. Прокопенко Светлана. Второй подход. Стоп. Время. Принята перезаявка. Прокопенко Светлана. 44 килограмма заявляет для второго подхода. Номер 9. Полянова Юлия. Второй подход. Стоп. Время. Полянова заявляет 44 для второго подхода. Номер 12. Чурикова Виктория. Второй подход. Чурикова Виктория заявляет 45 килограмм для третьего подхода. Номер 14. Балкунова Юлия. Второй подход. Вес не засчитан. Булкунова Юлия заявляет 45 килограмм для третьего подхода. Установите 44. Номер 7. Прокопенко Светлана. Второй подход. Вес засчитан. Прокопенко заявляет 45 килограмм для третьего подхода. Номер 9. Полянова Юлия. Второй подход. Вес засчитан. Полянова заявляет 46 килограмм для третьего подхода. Установите 45. Вес установлен. Номер 13. Соколова Виктория. Второй подход. Номер 12. Чурикова. Готовится. Подход засчитан. Соколова заявляет
47 для третьего подхода. Номер 12. Чурикова Виктория. Третий подход. Номер 14. Балконова Юлия. Готовится. Подъем защиты. Чурикова Виктория завершила свое выступление в толчке с результатом 45 килограмм. В сумме двоеборья набрала 80 килограмм. Номер 14. Болкунова Юлия. Третий подход. Подъем защиты. Балконова Юлия завершила выступление в толчке с результатом 45 килограмм. И в сумме двоеборья набрала 81 килограмм. Номер 7. Прокопенко Светлана. Третий подход. Прокопенко Светлана, 46 килограмм. Заявила. Номер 7. Прокопенко Светлана. Третий подход. Прокопенко завершил свое выступление в толчке с результатом 46 килограмм. В сумме двоеборья набрала 81 килограмм. Принята перезаявка. Номер 9. Полянова Юлия заявляет для третьего подхода 48 килограмм. Установите 47. Вес установлен. Номер 19. Лаврова Ангелина. Первый подход. Подход не защита. Лаврова Ангелина. Второй подход. Подъем защитом. Лаврова Ангелина заявляет 50 килограмм для третьего подхода. Номер 13. Соколова Виктория. Третий подход. Подход неудачный. Соколова Виктория завершила выступление в толчке с результатом 45 килограмм. В сумме двоеборья набрала 81. Установите 50. Поправка 48.
48. Установлен. Номер 9. Полянова Юлия. Третий подход. Подход неудачный. Завершила свое выступление в толчке с результатом 44 килограмма. В сумме двоеборье выбрала 78 килограмм. 50 установите. Номер 20. Соколова Джанет. Первый подход. Подъем защиты. Соколовочная цифра 55 для второго подхода. Номер 19. Лаврова Ангелина. Третий подход. Подъем защиты. Лаврова закончила выступление в толчке с результатом 50 килограмм. В сумме двоеборья набрала 92 килограмма. Установите 55. Вес установлен. Номер 20. Соколова Жене. Второй подход. Подъем удачный. Номер 20. Соколова Джанет. Третий подход. Подъем защитом. Соколова Джанет завершила выступление в толчке с результатом 58 килограмм. И в сумме двоеборья набирает 103. Установите 65. Принята перезарядка. Номер 17. Орлова Виктория. Для первого подхода заявляет 72. Установлен. Номер 21. Приходько Маргарита. Первый подход. Thank you.
подход удачный. Для второго подхода приходит Маргарита, заявляет 70 килограмм. Установите 70. Юсупова Ольга готовится. Номер 16. Юсупова Ольга. Первый подход. Подход удачный. Юсупова заявляет для второго подхода 75 килограмм. Номер 21. Приходько Маргарита. Второй подход. Подъем защита. Приходько заявляет 72 килограмма для третьего подхода. Установите 72. Номер 16. Юсупова Ольга. Первый подход. Орлова Виктория. Номер 17. Орлова Виктория. Первый подход. Без защиты. Орлова для второго подхода заявляет 77 килограммов. Номер 21. Приходько Маргарита. Третий подход. Приходько Маргарита закончила выступление в толчке с результатом 70 килограмм. Сулинду Егорию набрала 120. 75 на штангу. Номер 16. Юсупова. Второй подход. Подъем защита. Автоматическая надбавка. Семьдесят семь на штангу. Заявка Юсуповой Ольги для третьего подхода 77 килограммов. На штанге 77 килограмм. Номер 17. Орлова Виктория. Второй подход.
Подъем на щитом. Орлова Виктория заказала для третьего подхода 80 килограммов. Юсупова Ольга, третий подход. Юсупова Ольга закончила выступление в толчке с результатом 77 килограмм. Установите 80. Юсупова Ольга набрала в силу двоеборья 141 килограмм. Номер 17. Орлова Виктория. Третий подход. Орлова Виктория закончила выступление в толчке с результатом 80 килограмм и суммой двоеборья 135. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, рекордсмен мира, чемпион мира и Европы Юрий Козин. Директор Центра оздоровления молодежи Шубин Евгений. Главный судья наших соревнований – судья международной категории Дубов Михаил. Весовая категория до 36 килограмм. Третье место заняла Карагальцева Виктория. Второе место заняла Балкунова Олеся. Первая Ткачук Софья, тренер Барона Алексей. За подготовку чемпионки Москвы награждается тренер Барона Алексей. Весовая категория до 40 килограмм. Третье место Хохлова Мария.
Вторая. Рыжова Ольга. Первое место в этой весовой категории заняла Антонова Ева. За подготовку чемпионки Москвы награждается тренер Тарасов Константин. Следующая весовая категория – до 44 килограмм. Третье место заняла Муравьева Анна. Второе место – Полянова Юлия. В этой весовой категории заняла Прокопенко Светлана. За подготовку чемпионки награждается тренер Ворона Алексей. Следующая весовая категория – до 48 килограмм. Второе место – Гладкова Виктория. Тренер чемпионки Зимин Юрий. Весовая категория до 69 килограмм. Первое место заняла Юсупова Ольга. Весовая категория до 53. Третье место Чурикова Виктория. Второе место. Соколова Виктория.
награждается тренер, победительница Пердиева Елена. Категория до 69 килограмм. Первое место — Юсупова Ольга. Тренер победительницы — Иваненко Павел. Весовая категория свыше 69 килограмм. Первое место — Орлова Виктория. Тренер — Иваненко Павел. Thank you.